Певица Диана Гурцкая обрела большую популярность в начале 2000-х. Яркий талант позволил артистке быстро ворваться в мир эстрадной музыки. И творческая карьера, и личная жизнь Дианы Гурцкой сложилась весьма успешно. После переезда в столицу певица проживала в коммунарной квартире, а свое собственное жилье ей удалось приобрести уже после замужества. Площадь сегодняшнего жилья составляет 130 квадратных метров, и это действительно невероятная роскошь. В оформлении интерьера квартиры певицы оказали помощь профессиональные дизайнеры. Кроме того, в этом активно участвовали муж артистки и ее брат. Квартиру было решено оформить в классическом стиле с изобилием светлых тонов, оригинального декора, а также старинной мебели. Одну из комнат Диана преобразила в музыкальный салон. В центре комнаты разместили красивый белый рояль, на котором артистка часто играет в свободное время. Стены музыкального салона декорированы современными постерами с изображением городских пейзажей. Окна с деревянными рамами украшены светлыми портьерами с подбором в нижней части. В комнате также присутствует удобная кожаная мебель. Пол облицован паркетными досками с раскладкой по диагонали. Оформление кухни выполнено тоже в классическом стиле. В качестве основного цвета был выбран приятный персиковый цвет, который покрасили стены. Пол комнаты облицован кафелем. Кухонный гарнитур выполнен из дерева. Его верхний ящик имеет стеклянные дверцы с рейкой из позолоты. В обеденной зоне располагается большой деревянный стол, накрытый оригинальной скатертью и удобные стулья. Межкомнатные двери имеют превосходное витражное остекление. Сидя за кухонным столом, можно наблюдать огонь в камине гостиной. Пол гостиной уложен паркетными досками светлого цвета. Стены также покрашены в персиковый цвет. Центральное место в комнате занимает современный камин. Интенсивность огня можно регулировать с помощью пульта управления. Очаг находится в портале из мрамора. По бокам располагаются деревянные колонны. Около камина разместили антикварный комод с интересными резными узорами. Детская комната оформлена в светлых тонах с незначительным количеством зеленого цвета. Стены оклеены приятными светлыми обоями с цветочным узором. В нижней части обоев имеются однотонные полосы. Около окна находится небольшая кровать с резным изголовьем.